Велосипедная дорожка, пешеходная зона, новые лавочки и урны. Так может преобразиться Спасская улица в Угличе уже в этом году. Советскую площадь в Данилове украсят новая детская площадка, необычная шахматная аллея и зона отдыха. В Пошехоне благоустроят стрелки двух рек – Сагожи и Пертомки. Вдоль фабричного пруда в Гаврилов яме протянется целая набережная, а исторический центр Любима ждет ландшафтная регенерация. Проектами для всероссийского конкурса благоустройства городов и исторических поселений поделился глава региона Дмитрий Миронов. Соревноваться будут 5 сотен городов со всей России. Победители получат средства из федерального бюджета на реализацию задумок. Конкурс проектов благоустройства проходит во второй раз. В прошлом году 4 города Ярославской области из 7 заявленных стали победителями. Помимо архитектурных решений, помимо чисто, скажем так, эстетических, да, моментов, оценивается и вовлечение горожан, насколько они активно поучаствовали в выборе территории, в обсуждении того, что на этой территории нужно делать, насколько это важно для, скажем так, регионального муниципального бюджета, насколько они готовы вкладываться своими средствами или привлекать внебюджетные источники.